Для того, чтобы проверить, есть ли у вашего учебного заведения подписка на образовательную платформу U-Ride, вам необходимо иметь аккаунт с подтвержденной ролью в учебном заведении. Нажмите на надпись «Личный кабинет» в правом верхнем углу. Войдите в свой аккаунт или авторизуйтесь через социальные сети. В личном кабинете перейдите в раздел «Профиль». Проверьте, указано ли у вас образовательное учреждение. Если роль не выбрана и не указано образовательное учреждение, нажмите «Редактировать», чтобы указать данные. Если роли образовательного учреждения указаны, то ниже вы увидите список ваших подтвержденных ролей. Если роль подтверждена и у учебного заведения оформлена подписка на образовательную платформу U-Ride, вы увидите количество доступных вам по подписке курсов и учебников, нажав «Каталог», далее «Подписки учебных заведений». В скобках отображается количество доступных по подписке учебников. Перейдя к учебникам из подписки, вы увидите кнопку «Изучить». Это значит, что у вас полный доступ к изданию. Кроме этого, вид подписки образовательного учреждения на платформу вы сможете увидеть, если нажмете на значок своего профиля в правом верхнем углу. Сверху отображается вид подписки. Если роль не подтверждена, авторизуйтесь на платформе из-под локальной сети учебного заведения, например, через Wi-Fi учебного заведения. Или обратитесь к администратору образовательной платформы в учебном заведении с просьбой подтвердить вашу роль в организации. Как правило, роль администратора выполняет библиотекарь. В случае, если ваша роль подтверждена, а подписка отсутствует, вы можете запросить доступ к материалам, нажав на кнопку «Хочу». Или же можете запросить полный доступ в режиме чтения книги в ознакомительном варианте. Отправленные заявки будут обработаны администратором образовательной платформы.